Фиолетовый, клёво, ребята, я могу прыгать, класс, и могу прятаться в вентиляцию. О, не удалось побежать. А красного, наверное, будет. Круг? Нет. Вот почему мы такие тупаки, у нас башка плоская, мозга нету. Мы просто делаем хрум-хрум. Почему? Не бьется. И, кстати, вот он красный, ребята. Можно поиграть за красного, самого главного. Вау! Это какая-то, какой-то глист, ребята, или червяк. Фига себе, он заглатывает. Ребята, вы видели, как я могу делать? Я нажимаю на кнопку и... А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Самые смешные радужные друзья, всем привет! Друзья, вы на Валеришка Плей! Погнали! Зеленый. Играем за зеленого! Да. Проходим, ребят, мы сегодня покажем вам, как играть за всех персонажей радужных друзей, за каждого радужного друга, в том числе за новых, которые будут во второй части. Да ладно! Погнали, да! Так, зашли в театр, ничего там интересного. Мы поняли, ребят, видели, какие у меня руки? Да кинет. У тебя руки, могу не хватать. Знаю, какие. Сегодня много мемов, много смешного, крутого, просто ржака. Это был обычный школьный съемка. Поделись, что-то перепутал. Поехал не туда. Тягает детей, смотрите себе вентиляцию. Куда собрался? Кто без коробки? Так, все, оранжевый? Вау. Сзади подкрался. Какой красавчик. Какие глазки. Выжили глазки. Ты умер. Ого, астероид приближался к земле. Господи, что происходит? Going on a field trip. Эй, 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 эй. О, мага. Ой, ну. Нет, Мишку. Эй, йо, лук. Что пропал? Эй, чё? Как через скил? Круто. Привет, слепой. Он слепой. А он-то нет, а он-то не слепой. Прячемся, прячемся, прячемся. Yes, да, да, получилось. Блин. О, не удалось побежать. Изи! Зеленый! Тихо, прячься! Ой, девочку поймал! Ого! Ты голову откусил? Что он делает? Притаился под коробочкой. Блин! Синис! Синис! Не заглючил! Ой, сейчас палево будет! Эй, поймал! Блин! Ты все ночь! Воу-воу-воу-воу-воу! Ба! Ребят, ты смотрел, такие видосы. Класса, может даже подкрутить. Мы взлетаем! Куда? Стойте, стойте, пацаны, стойте, не летите! О май гад! Получилось! Зеленый, блин, бежать надо. Бой, блин! Эй, это неплохо. Собираем предупреждение. Чё? Не бьёшь. На третьем левеле, ребята, на третьей ночи. Куда? Девочка упекала. Упал. Все сломалось. Свет потух. А что он его не поймал? Появился, потому что он только появился. Последняя батарейка, ура! Это конечно. Блин, бежу. Он пошел кубики забирать или что? Что с синим случилось? Блин, поймал. Мы вернемся.
плюсами. Все. Последний. Оранжевый бегает, как дурачок по всей карте, ребята. Yes! Yes! Ну да. Тортика хоть можно покушать? Нельзя отрезать. Бегаем. Вон, бежит. О, май гад! Просыпайся, блин, и мешает. Ребят, смотрите новую серию на Вальдерика и Геймбокс. Новый канал в описании, ссылочки. Я сбегал. Бежал! Блин! Меня прищемило дверью. Есть! Ребят, на Вальдерика очень много классных серий для вас. На кнопочку? Ребят, у кого есть такой крокодил? Тебе подарочек синий. Спасибо. Кто следующий? Подходим. Зеленый. Зеленый. Нажимай на кнопочку. Зеленый такой тоненький. Ребята. Пришло новое. Оранжевый. Оранжевый пришел. Ля-ля-ля-ля-ля. Прям в рот зашел. Это мой папа. Это мой папа. Папа меня кушать не будет. Красный. А красного, наверное, будет. Хрум. Нет. Нет, не надо. Сбежал. Этот подарочек. Ух ты. Синий играется во дворе пасочки. Пришли хулиганы. Сломали паски. Я буду убивать тебя миллион раз, так как ты меня убивал в игре. Ёбочка, зачем ты синего обижаешь? Не трогай моего ребенка. Моего ребенка. Не трогай. Я не трогай. Да прекрати это. Кто-то трогает ребенка. Это он. Чё? Сейчас мы все будут дубасить. Попал ты, дружочек. И все, а ну не трогай чужого ребенка. Не трогай, не трогай, не трогай. Ааа, не силова. Ты трогал моего ребенка? Я не трогал вашего ребенка. Нет. И тебе досталось. Короче, всех друзья отдубасили. Поддержите лайком эту серию, досмотрите до конца. И напишите, какой мой был сегодня самый смешной. И кто из нас больше раз засмеялся? Я застрял руками граблями в проходе. А зеленым будет прикольно, у него так глаза весело бегают. А вы напишите, какой ваш персонаж любимый и каким персонажем вам больше всего нравится играть в Roblox Roleplay. Так, опа, прилёг. Ладно, побежали. Я устал, не хочу больше бегать. Такой ржачный, слушай. Мне кажется, оранжевый самый придурковатый из них всех. Фиолетовый, клёво, ребята, я могу прыгать, класс. И могу прятаться в вентиляцию, или не могу. Так, ладно, поползли. Слушайте, я реально ржака. Папа, у тебя какое-то лицо приплюснутое. Ну правильно, у меня лицо приплюснутое. Мы сегодня еще будем играть за всех других персонажей радужных друзей, цветных, из новой части, цыпленка и всяких разных прочих. Досмотрите обязательно до конца, ребят. Так, поползли. Как я в проход пролазил с такими руками длинными? Мы на зеленого немножко похожи. Вообще не похоже. Зеленый ходит, а этот как-то ползает. Не, ну и у зеленого руки какие-то, как эти. Волосатенькие. Синий. Посмотрим поближе. Кто подбил синему глаз? Наверное, его первый друг. Нет. Так, проходим. Клево. Я такой реально, как мешок с картошкой. Иду большой, но с короной. Ребят, кто знает историю радужных друзей? Например, почему у синего корона? Почему у зеленого длинные руки? Вау! А это я могу быть бегущим синим. А еще у нас будет сегодня ползущий синий, который, ребята, ползет по вентиляции, когда гонится за нами в самом конце. Так, вот такой. Смотрите, как Хаги-Ваги гребет по коридорчику, по тоннелю пробирается. Кстати, а кто там мороженое продает? Наверное, красный? Или его мама, или его бабушка. Какая-то похожая на красный, но не красный, другого цвета. Чанки! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Нет, без Бобби-Робокса, немного лево! Нет-нет, чё, без Бобби-Робокса? Пока! И куда вы приехали? Так. Что случилось? Нашего другана опять вожатого с гитаркой. Так. Продолжает танцевать, никто ничего не думал. 50. 50 монет! Во! Я богат! Круто! 50 монет, что ж на них купить? Даже прям не знаю, я крут. Так. Спрятались в кабиночку. Кто там идет? Слушай, мы чайку заварим, девчонка. Так. Погнали. Ой! Не бегай по коридору. Скажи спокойной ночи. Я умер. Ребята, радужный синий. Радужный синий. Радужный синий. Представляете? Прям радужный. Да. Прям если мы говорим радужный, то означает это радужный. Он реально радужный. Жалко, что его в игре не было. Такой прикольный. Радужный. Друг. Синий.
Точнее, он не сильный. Как мы башку не бьемся об эти, об косяки, я не могу понять. Мы такие здоровые, жирные такие. Цыпа! Что такое? Не знаю, это какой-то радужный... У нас, мне кажется, корона, когда идет, он такой... Когда через складывается, проходит, и башка тоже складывается, и трусы проваливаются. А где наш мозг, Лера? Где у цыпленка мозг? У него голова плоская. Вот почему мы такие тупые. Точно, вот почему мы такие тупаки. У нас башка плоская, мозга нету. Мы просто делаем хрум-хрум, и все. И клюем зернышки с земли. Так, а где же в игре был цыпленок, ребят? Кто помнит? Или был ли он вообще? Лера, был в игре цыпленок? Нет. Пойдем поищем, посмотрим, может быть, это и был. Ну так вот он. Не, вот он. А в игре? Вот он! Не было его там в игре. Но... Не было, ну мы его вставили. Клево. Ой! Синий и оранжевый. Так, по пироженку каждому. Оранжевый такой, опа! И свистнул. Видели, такой маршрут себе простроил, да, по навигатору. Плеер забрал. Плеер? Да. Да ладно. Вредина такая. Синий вырос. Это не плеер, это красный. Блин. Ого, схрумокал весь остров. Ой, ура. Приземлился красный. Ой, пироженка. Пироженка на голову. Можно прям покушать. Блин, позорище-то какое. А мне не досталось. Опа! Красный! И, кстати, вот он красный, ребята. Можно поиграть за красного, самого главного босса. И который... самого вонючку. А это его мама стоит. Да, точно. Это, наверное, его малыш мороженое продает, причем без мороженого. Нет, он стоит и продает фонарики нам в последней части, когда нам нужно найти батарейки. А, точно, фонарики, наверное. Погнали. Так. А он такой, ну что, сколько заработался, не знаю. Мы тут за каждого персонажа можем... Да, у нас тут очень много купили, смотри, сколько долларов. Он такой, о, класс. Но это еще не конец, потому что я им еще устрою вечеринку. Вечеринку? Вау! Это какой-то глист, ребята, или чертяк. Фига себе, он заглатывает. Ребята, вы видели, как я могу делать? Я нажимаю на кнопку, и он делает джампскир, прям поедает всех сверху. Ребята, это во второй части такое чудо-юдо будет. Офигеть! Это называется моллюск-пылесос. Ребята, креветка-пылесос. Так. Это даже на креветку не... У меня даже рук нету. Ребята, я какой-то просто ржачный. Не повезло тебе в жизни. Сейчас синим зафоткаюсь на память. Ладно, погнали, походим. Так, а интересно, есть ли он на карте? Наверное, его нет. Да, цыпленок был, а его нет. Я упал. Так. Вау. Ой, маленький рыбок. Опа. Плеер. Всем по мороженку. А что, 5? И все съел? Нам не дал? Прилетел красный. Ты моих радужных друзей обижаешь. Спайдермена. А ну всем верни мороженое. Да, вот вам, пожалуйста, чизбургеры, конфетки, мороженого нету. Класс. Это желтый, у которого день рождения с шариками. Я взлететь могу? Не, не лечу. Так, ладно. Я думал, на шариках можно лететь, как Винни-Пух. А за что шарики держатся, Лера? Ты не знаешь? Они к чему они привязаны вообще? Они на невидимых ниточках привязаны к одному нашему месту. Реально желтый ржачный такой, посмотрите. Клево с шариками. А еще я могу бегать. Не цепляясь башкой ни за что. Папа, твои... Я опаздываю на день рождения, Лера. Твои возможности не ограничиваются. А это, короче, этот злой синий, который, друзья, в конце, когда мы резали торт. Помните? Он сидел на сцене, Лера, помнишь, вот напротив шарика? Не помню. Сейчас мы сбегаем, я покажу тебе, где он сидел. Так. А тут есть такая локация? Да, тут есть такая локация, и она была в игре. Сейчас добегу, покажу. Так. Да, папа, ты долго очень бежишь. Да сейчас я еще по лестнице тебя покажу, послали. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну так и в игре. Забрались. А ты видел, кстати, как зеленый в игре лазит? Вот это место, смотри. Вот он сидит с красным глазом, грустный синий, который ловил тех, кто лопнет шарик. Это брат это зеленого. Это тоже на день рождения. У него день рождения. Он какой-то неяркий, посмотрите, он какой-то потому темный. Потому что он какой-то зеленый. Какой-то болотный или какой-то гад клевый. Вот так я могу делать, смотрите. И всех схрумкать. Клево, друзья, какой мем сегодня вам понравился больше? Кто из нас больше раз засмеялся, напишите нам. Поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на Макс, на Семь, на Плей, на Геймс, на Фэмили. И на наших новых каналах Валерий Кэтэ Геймбокс. Под этим роликом в описании ссылочки на все наши 7 каналов. Переходите, подписывайтесь, мы вас очень любим. И стараемся для вас. У нас самые лучшие.